Кто-то скажет кощунство, кто-то святотатство, и вряд ли ошибется. Деревья валят прямо на могильные памятники и оградки. На стеклозаводском кладбище появились черные лесорубики. Так их можно назвать из-за масштаба действий. Неизвестные спиливают сосны, причем по одному дереву за месяц или того реже. Наша могила не слишком пострадала, но тем не менее везде были сучья, везде были спилы. Обратились когда в администрацию кладбища, нам сказали, что работ никаких не проводилось. Очевидно, это кто-то несознательные такие элементы. И что охрана работает на кладбище с 8 утра до 5 вечера. В администрации кладбища разговаривать на камеру не хотят, но подтверждают, что случай не единичный, да и почерк лесорубов каждый раз один и тот же. Вы вообще знаете, что у вас тут сосны? Да, знаем. Как и никак не можете решить? У нас кладбище после 5 не охраняется. Ну, то есть вы же видите, что забора нет. Ну, любой человек может прийти сюда. В подобных случаях следует обращаться в полицию, так как место упокоения принадлежит родственникам, а из-за огромной территории погоста уследить за всем невозможно. БРЦД Пожаргал, Терендашиев, новости дня.